Саш, сьогодні гарно грали і вели в рахунку, але чого не хватило, аби втримати перемогу? Не знаю, може бути где-то концентрації. Ну, команда суперника теж хорошо грала. Поэтому, не знаю, може бути ніча закономерна, где-то результат, може, ні. Судейські ошибки, я считаю, повлияли много на игру, потому что было два чистих пенальти, я считаю, в первом таймі. Поэтому, ну, уже результат, если результат, мы двигаемся дальше сейчас. В следующий игра Ставрий надо обыгрывать. Давай пройдемся по твоим голам. Первый, ну это больше везение было, удачи, рикошет. Может быть, можете называть как хотите. Мне главное, что гол забил. Принес, так сказать, команде пользу. А там удача, неудача, мне все равно. А второй гол уже точно под перекладиной. Помни, как развивалось там. Ну, пошел сброс. Я оказался, грубо говоря, в нужном месте, в нужное время. Пробил в касание, получилось. Забил, слава богу. При счете 2-1 у команды были шансы забить и третий мяч. Вот забей уже третий, чего там вот не хватило все-таки в атаке? Не знаю, может быть где-то спокойствие. Не знаю. Опять-таки, это футбол. Здесь не забили, забьем в следующих играх. Дело такое. Если бы перед матчем сказали, что матч закончится в ничью, ну, устроил бы такой? Нет. Нет, мы ехали сюда за победой однозначно, поэтому мы расстроены. Ну ничего страшного, двигаемся дальше. Через три дні гра в Ставрі, успіємо встановитися? Так, да, я думаю, що успіємо. Ми зараз їдемо, робимо всі встановлені процедури командою. Поэтому я думаю, що тренера нас підведуть в оптимальній формі к следующей игре. Спасибо большое. Спасибо.